Прекрасная классическая Франция в лице практически Жоржа Милославского, а фактически Бруно Марсельского для проведения хонобслуживания прибыла сегодня от Алексея, которого я отдельно сердечно приветствую. В очередной раз восторгался я в процессе заточной сессии, насколько все-таки штука эта красивая, помимо всего прочего. Все эти геометрические изыски, переходы, фаски, плоскостя, кривизна, все на высочайшем уровне и с тончайшим чувством прекрасного. Было выполнено мастерами классической, опять же таки, французской школы. Собран был клиночек на рожок с костяным клинышком. Прекрасно имеет окрас, сама структура. И вот такой очень красивый клинок. Он красивый как по форме, подпальцевые выборки, двойной заков, сама форма клинка вот такая, очень самобытная, очень красивая, изящная. Фаски с торца обуха, все прямо очень и очень хорошо. Выборка здесь номинально половинная, сталь отличная и точно так же точится. Просто, просто прекрасно. Очень легко в обе стороны, и на корень, и от корня. Естественно, бритва справляется с контрольным тестом на ура. Просто прекрасная штука. Поскольку час уже неурочный, переночует по сложившейся традиции на французских газетках. Завтра с утренней корреспонденцией отправится законному владельцу с самыми наилучшими пожеланиями. Чего и всем вам я от всей души, дорогие мои друзья, желаю. Искренне надеюсь, а точнее сказать, уверен, надолго не прощаемся. Доезжает из Франции новинки. Опять же таки, классической Франции. Что конкретно приедет, не знаю, но то, что это нечто прекрасное, это 100%. Тут у нас ошибиться мы просто не можем. Поэтому еще раз, всем всего самого наилучшего. До скорых встреч в эфире. Банзай!